Теперь чуть более сложная задача на фотоэффект. Задача на фотоэффект номер два. Вам даны длины волн разного света. Вам дана, да, вот длины волн, это больше не частоты. Вам дана энергия выхода, та же самая. Да, энергия света, формула не меняется. Но теперь у вас частота связана с длиной волны вот через эту формулу, где c равен 3 метра в секунду. Опять не настоящее число, но ничего страшного. Да, вам нужно выразить теперь свою формулу для энергии света и сравнить. Опять найти нижнюю границу фотоэффекта, для каких волн произойдет фотоэффект, для каких не произойдет. И объяснить почему. Да, довольно простая задача. Я даже уменьшу. Да, главная идея опять суметь выразить, вставить вместо ни какую-то преобразованную эту формулу. Да, попробуйте.